Я тебе не разрешаю. Я буду работать. Тебе не придется платить за меня. Разве это плохо? Твоя дочь сошла с ума. Она хочет бросить институт после 2 лет обучения. Я 2 года жизни отдала тому, что мне не нравится. И это ты выбрала институт. Мам, чего ты молчишь? У тебя вообще нет высшего образования. Ты работаешь в магазине и радуешься жизни. Папа прав. Сначала надо получить образование, потом встать на ноги, сделать карьеру. Потом встретить мужчину, которого ты полюбишь. Понимаешь? Ой. Опять зубы. Опять? Да. Да сходи уже к врачу. А ты, если бросишь институт, не получишь от меня ни копейки. Светлана давно заметила, что при любой ссоре у нее зубы начинали болеть. А в последнее время стали они ее беспокоить совсем часто. Здрасте. Сил нету. Зубы болят. Помогите, пожалуйста. А что, у тебя зубы или десна? А все болит. Все, все зубы. И до виска прям. Господи, горемычная. Пойдем-ка в дом. Разные врачи смотрели. Говорят, зубы все здоровы, и десна в порядке. Это воск с шалфеем, тысячелистником и еще одной травкой, которую я в самом конце осени собираю. Подержи во рту. А чего она такая горькая? Что это за трава? Не травы горькие, то горечь от зубов твоих отходит. Замкнулась в себе, не подпускаешь к себе. Как в семье. Ладно да складно? Ну, вышла замуж еще 18 не было. С мужем мы уже 20 лет. Он у меня хороший, умный, зарабатывает, программистом работает. А я в салоне мебели 2 через 2 консультантом. И чего ж ты живешь, стиснув зубы? Может, в чем-то вину свою чувствуешь? Недавно я узнала тайну своей младшей сестры. Привет, сестренка. Привет. Привет. Слушай, представляешь, с утра только про тебя подумала, и тут Юра говорит, поехали диван посмотрим. Я продал очень дорогую квартиру. Нужно срочно на что-то процент с продаж потратить. Где у тебя здесь самые дорогие диваны? Ну, где-то там. Маринка, у тебя вчера до ночи торчал? Не поняла, ты проверяешь, что ли? Свет, так скажи ему, собирали мебель на гарнитур для одной блогерши. Денег она, правда, не заплатит, зато обещала дать рекламу на канале и на интервью пригласить. Да? Да. Интервью? Что, станешь знаменитой? И богатой. И что это было? Светка, я влюбилась. У нас все серьезно. А муж? А дочь? Разведусь. Свет, только не надо нотации, ладно? Ради своего счастья сестра готова семьей пожертвовать. И еще меня зачем-то в свои делишки втягивает. Нехорошо, что сестра мужу изменяет. Угу. Только сестра не твоя дочь. Взрослая женщина сама разберется. Угу. Тысячелистником по ветру развей душевную смуту, шалфей мысли очисти, а ромашка пусть силы даст, где силы не хватает. Как боль возникает, бери по кусочку воска и во рту держи. Боль-то отпустит, только испытываешь ты вину за обман. Убери обман из своей жизни, тогда хворь окончательно и пройдет. Мое средство спасало Светлану от боли. Но и меня она услышала и старалась бороться с ложью в своей жизни.
Света, а что происходит? Ты же должна была Юре сказать, что я буду у тебя все выходные. Нет. Обманывать Юру я не буду, он этого не заслужил. Интересно, откуда тебе вообще знать, кто чего заслужил? Свет, я твоя сестра, ты должна быть на моей стороне. Нет. Юра прекрасный человек, которого ты не заслужила. Ведешь себя как дешевка. О, как. Слушай, сестренка, а не влюбилась ли ты случайно в моего мужа, а? А что, я не удивлюсь. Ты же у нас всегда была тихушницей. А в тихом омуте черти водятся. До свидания. Привет, мам. Чего? Ты что, ничего не знаешь? Чего? Новости не читала? Страшная авария в центре. Женщина-водитель не справилась с управлением, врезалась в дом. Водители, пассажиры сгорели на месте. Какой кошмар. Агата! Мам, это была тетя Марина. Могла бы дома сказать, подготовить маму. Мне нужно срочно поехать к Юре. Светлану начали беспокоить зубные боли. Она рассказала знахарке, что боли начались после того, как она узнала, что ее родная сестра Марина изменяет мужу, и была вынуждена хранить эту тайну. Знахарка сказала Светлане, что недуг пройдет только после того, как она очистит свою жизнь от лжи. Светлана отказалась прикрывать измену сестры и поссорилась с ней. В этот же день Марина погибла в аварии. Тетя Свет, вы же никуда не уйдете. От беды неожиданно нагрянувшей, Светлана совсем про свои зубы забыла. Помогала семье сестры, чем могла. А сейчас поздно. Давай, засыпай. Никак не могу поверить, что ее больше нет. Я тоже не могу поверить, что ее нет. И что мы поссорились в нашу последнюю встречу. Странно. Вы же вроде никогда не ссорились. Ты всегда уступала. Что хотела Марина? Не важно. Свет. Для меня сейчас все важно. Прошу. У нее был другой. Она хотела развестись. Прости меня. Прости, я не должна была этого говорить. Извини, я понимаю, что ты, Надя, обещала остаться до утра. И ехать уже поздно, но так будет лучше. Да, я понимаю. Давай не будем прятать глаза друг от друга. Мне кажется, что то, что произошло, это не случайно. Ты о чем? Юр, я тебя люблю. Люблю уже 11 лет. С того самого момента, как Марина привела тебя в дом. Тебе лучше поторопиться, там такси уже ждет. Ты звони, если нужна будет помощь. Спасибо. Пока. Не понимаю, зачем нужно было срываться посреди ночи? Ну, я тебе говорю, я просто переживала за вас, Агата. Ну, позвонила бы.
опять. Зубы. Но потом Светлане совсем худо стало. Хворь с такой силой накрыла, что даже воск мой заговоренный ей не помог. Боль ужасная. Со вчерашнего вечера не прекращается, такого еще не было. Ой, и воск ваш больше не помогает. Говорила я тебе, одним воском не поможешь. Приложи к месту, где болит. Не убрала ты ложь из жизни, а лишь усилила. Оттого и хворь вернулась. Ты снова силой. Вот и неправда. Я призналась в том, что скрывала 11 лет, что любила мужа своей погибшей сестры. Я боролась с собой. У меня же и муж, и дочь. А как же ты чувства свои скрывала? Я писала письма Юрочке. Писала и не отправляла. А открылась ему, когда сестры не стало. Значит, не за эту ложь ты себя винила? Мне неудобно признаваться, но я переспала с Юрой. Я понимаю, как это ужасно звучит, но я ничего с собой поделать не могу. Ну и Наде нужна мама, а Юре поддержка. А как же твоя собственная эта семья? Дочь взрослая. Муж, да мы с ним практически со школы. Уже как будто вросли друг в друга. А с Юрой это по-другому. С Юрой это любовь. Да. Помог ваш лед. Боль ушла. Ложь проросла пуще прежнего в твоей жизни. Не нравится это твоей душе сильно. Не пройдет недуг, пока не очистишь жизнь от лжи. Так что же мне мужу все рассказать? И к Юре уйти? Как тебе поступить, ты сама должна решить. Но жить в обмане душа твоя не может. Цветками невянника боль Светлану уберу. Хворь залечу кудрявой мятой, мысли успокою, смятение проясню, силами одарю. Принимай по глотку, как боль приходит. Ты должна разобраться, что за ложь душу твою отравляет и очистит свою жизнь от нее. Как вкусно пахнет. Пожалуйста, не сейчас. А ты изменилась. Я понимаю, тебе плохо, такая потеря. Но мне тоже тебя не хватает, Свет. Я наладил программу заказчику, получил приличные деньги. Может, съездим куда-нибудь? Я соскучился по нашим посиделкам, по нашим разговорам. Мне надо суп варить. Агат скоро из института приедет. Понятно. Светлана и думать не хотела про мой наказ. Приступы боли моим настоем снимала и ждала, когда жизнь сама собой изменится. Но жизнь не менялась. Тот, кого она любила, не вспоминал про нее, а муж не замечал ее страданий. Алло, тетя Свет. Привет. И чем там занимаешься? Ем бутерброды с маслом. Ты хоть обедала? Нет. Я сейчас приеду и суп тебе приготовлю. Привет. Привет. Ты чего Надю одну оставил? Ей всего 10. У меня не было всего час. Нужно было квартиру показать.
Слушай, я же тебе говорила, что если что, зови меня. Я помогу. А то она сидит вон целый день на бутербродах. Свет, у тебя есть своя семья. А нам нужно учиться справляться самим. Пап! Привет! Светлана вспомнила мой наказ. От хвори избавиться можно только, если ложь убрать. И решила она свою жизнь поменять. Выше. Сильней. Что случилось? Зачем позвала? Привет. Я хотела с тобой поговорить, а там Агата. Я хочу тебе кое в чем признаться. Я люблю Юру. Я 11 лет его люблю. Опомнись. Что ты несешь? Я пыталась с собой справиться, я не могу. Я думала, что мы с тобой все время будем вместе, а теперь, ну, когда Юра свободен... Черт. Я же все знала. Я же видел, как ты смотрела на него, когда Маринка первый раз привела этого пижона. Ну, почему ты молчала 11 лет? Как ты могла? Я выжила за тебя только потому, что забеременела. Я даже образования не получила. Я всю жизнь посвятила тебе и дочери. Чего ты от меня еще хочешь? Ничего. Желаю тебе счастья. Вам счастья. Привет. Привет. Я все рассказала Толику. Что все? Что я люблю тебя и что я ухожу от него к тебе. Ну что ты натворила? Я тебя просил. Я не хочу больше врать. Ты не нужна мне. У нас с Мариной были трудные времена. Я встретил женщину, она про это узнала, ревновала, кричала, посуду била, потом вроде успокоилась. Я догадывался, что у нее кто-то появился назло мне. Просто когда ты мне об этом сказала, мне было обидно. Прости, я тобой воспользовался. Мы будем с тобой счастливы. Я точно знаю. Я не могу больше врать. Свет, ты не вовремя. Юр! Ко мне придет сейчас женщина. Юра. Уходи. Светлана мучилась от сильной зубной боли. Знахарка дала Светлане целебный настой и определила, что причина недуга в обмане. Светлана призналась в том, что 11 лет любила Юрия, мужа своей родной сестры Марины. После гибели сестры Светлана рассказала Юрию правду про измены Марины. Юрий и Светлана стали любовниками, но зубная боль по-прежнему продолжала мучить Светлану. Светлана решила, что не избавилась полностью от обмана и призналась мужу в измене. Стыдно было Светлане домой возвращаться, но идти было некуда, и решила она переночевать на работе. Хворь стала приступами накрывать, только настоем моим Светлана спасалась. Привет. Я ушам своим не поверила, когда отец мне сказал, что ты его бросила. Потом нашла письма в компьютере. Мне было стыдно читать то, что ты написала этому уроду. Мам! Ты не имеешь права меня отчитывать. И тем более читать чужие письма. Тут твои вещи. Знаешь, мам, а я всегда считала вас с отцом идеальной парой. Мечтала о таких же отношениях. Вы ведь даже ни разу не ссорились, не ругались. Всегда друг друга поддерживали. Я просто всю жизнь молчала и скрывала свои чувства. Вот ты хочешь уйти из института, чтобы найти себя. А я не могла быть собой, потому что у меня была семья.
А теперь мне нечего стыдиться. А это? Я мечтаю, чтобы ты дотронулся до моего лица, моих рук. Я хочу целовать... Прошу тебя, замолчи. Я хочу целовать твои руки. Хочу пройтись пальцем по ложбинке. Тебе больно? Нет. Просто моя мать обычная дура, сдвинутая на эротической почве. Кстати, да. Отец тоже прочитал твои письма. Тебе не стыдно? Настой совсем не действует. За ночь весь извела. Почему боль не уходит? Я же во всем призналась мужу. И нет больше лжи в моей жизни. Дай-ка левую руку. Рассказала все мужу. К любовнику радостная пришла. А оказалось, что Юрочке я не нужна. У него другая есть. Получается, ты придумала себе любовь и жила в своей фантазии. Если бы не смерть сестры, давно бы узнала, что Юра – обычный бабник. И сестра-то была с ним несчастна. И именно так. Я все разрушила. И муж, и дочь меня теперь презирают. Если вся ложь вскрылась, почему же тогда боль не проходит? Ты обманывала саму себя. Придумала себе любовь и жизнь свою из-за этого обмана разрушила. А как вскрылся обман, ты винить себя начала за то, что близких обидела и семью потеряла. От обмана-то ты избавилась. Да только теперь виной душу свою тяготишь. Как боль? Как будто легче. Уходит потихоньку. Это ненадолго. Муж меня теперь никогда не простит. И мне нужно эту боль теперь всегда терпеть. Простит ли тебя муж, только от тебя зависит. Ты же сказала, что вы с мужем вросли друг в друга. Так-то вы в радости, в отдыхе вместе были. А теперь в горюшке пришла пора испытаться. Привет. Агата позвонила, сказала, что ты с Юрой подрался. Покажи. Не надо. Сказал, не надо ничего. Юрка из города уезжает. Дочку с собой берет. Я тебе сделала очень больно. Прости меня. Ничего. Я ошиблась. Я думала, что я влюбилась и жила в своих фантазиях. Все письма я удалила и больше писать никому не буду. Ладно. Я там магазин без присмотра оставила, я пошла. Свет. Спасибо, что позвонила, рассказала про отца. Я поняла, что вам нужно поговорить, вот и позвонила. Была рада повидаться. Мам, стой. Папа мне все объяснил. Я не имею права ни в чем тебя обвинять. И папа, да он любит тебя. И я хочу, чтобы вы снова были вместе. Боюсь, что это уже невозможно. Неправда. Мам, он купил 2 путевки на Алтай. Помнишь, как ты загадывала на Новый год? Так что все зависит от тебя. Хворь Светланы прошла, когда поняла она, что жила фантазиями. И из-за них едва чуть не погубила свою семью. Зубная боль может одолевать, если много обмана в жизни.